Всем привет, дорогие друзья, с вами Кокс, это Кофи, Овер и Варпач, и сегодня мы играем снова в GTA 5 онлайн! Всем привет! Всем привет, друзья! Так, и у нас сегодня мотопаркур, ребята, надеюсь, сегодня он будет у нас потненький, сложненький, так, я уже чувствую, что да! Пропущу парочку, ребят, а, слушайте, а там, походу, может он проехал, серьезно, прям с первого раза? А, нет, нет, но тут можно, походу, не долетать. А, да? Слушай, я вот, там... кстати, походу, так... Да, да, смотрите, это обманка, походу, пацаны. А тут... что, я разбился-то? О, я тоже, блин, офигеть, я не могу потом так, нормально жестко. Ехать. Вау! Дайте проехать, проехал. Ой-ой-ой-ой-ой! Я просто ясненько. Так, я не понимаю, там надо просто до конца доехать. Что происходит? Тут нужно аккуратным, пацаны, не торопиться вообще никак, иначе ты просто упадешь, я понимаю. Может быть, надо разогнаться и полететь? Слушайте, реально, надо так. О, нифига себе, это что сейчас было? Прошел? Я каким-то образом проехал, я не знаю, это читерство было. Так, это вот. Жесть. А как залететь-то на рампу? Пацаны, я просто не знаю. Как ты пролетел? Я не знаю. Я вот пролетаю. А, и тут еще, знаете, в чем прикол дальше? Там нужно выбрать дырку, в которую проехать нужно. Тут сколько получается? 6 дырок? 6 дырок. Я понял, как ты прошел, я тоже чуть не прошел. Как? А я просто ехал прямо. Да, 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 я просто каким-то образом проехал. Блин, в какую дырку тут ехать? Слушай, я одного не замьютил, походу, не успел. Я написал, замолчите, бро. Да, блин, я успел. Нет, я лучше разгонюсь, не получается почему-то. Не получается, да? Я не знаю, в какую дырку заезжает, что за бред. Ай, блин. Да какую дырку ехать? Это... Стоп, какую я еще заезжал? Дай. Проехал? Я уже все дырки испробовал. Нет, вот, наконец-таки нашел дырку, пацаны. А, еще не долетел, блин! Короче, дырка, пацаны, сразу говорю вам, это справа, предпоследняя, вот. Хорошо. Хорошо, спасибо. Так, я сейчас разгоняюсь. Осталось только пролететь вот это. Так, отлично, давай. Найс! Так, здесь что, кого, куда? Да ё-моё, не получается, бери, я чекпоинт. Не понимаю, в чем дело. Отлично, взяли чекпоинт, здорово, найс. Так, теперь... Олег, ты один прошел там, что ли? Ну да, я пока тут только сам собой катаюсь. Ну тут впереди тоже как бы нужно разгончик, и тут всякое такое. Я просто, короче, решил пролететь. Прошел? Нет, я почти... Слушай, я... Ай, блин, чуть-чуть не хватило. Это лол, это круто. Это очень круто. Вот еще раз повторюсь, то, что вам нужна, пацаны, справа предпоследняя дырка. И тогда у вас получится заехать туда. Я столько времени там потратил на эту дыру, что это вообще жесть. Так, ну ты хотя бы прошел, мы тут все пышемся. Да, мы еще не прошли. Так, давай. Отлично. Так, все, залетели, найс. А дальше-то куда? А как тут? Стопы. Жесть, это жесть. Так, Овер, у тебя что-то получается? Не, я тоже, вот как ты, вот не могу долететь. Ой, что такое, подожди, это... Так, я попробую сейчас, попробую как... Воу! Это типа вот так вот нужно, нифига себе. Ну-ка, давай вот сейчас. Тут впереди ребята... А, ебал! Вот встал перед разгоном прям. Я видел, Овер, как ты полетел, я за тобой. Блин, как можно было так упасть-то, да? Так, значит, здесь вот так вот заезжаем. Отлично, так, давайте здесь так же. Меня заносит, what the fuck? Заносит. Слушай, на мотоцикле, в смысле? Это реально очень тяжело пройти, Олег, как ты прошел? Я не знаю, пацаны, как я прошел, мне, можно сказать, повезло. Не, ну как повезло, я профессионал, просто своего дела, понимаете? Ну какое там везение, вы что, какое везение, ну вы о чем говорите вообще? Никакого везения, чисто профессионализм. Чистый скилл, да. О, там тоже кто-то еще залетел. Так, сейчас я уверен, залечу. Блин, сколько еще ехать-то туда? Сколько вот этих поворотов левых всяких неудобных. Эй, стой! Да как вот, капец! Ладно, окей. Блин, самое главное здесь аккуратно ехать, потому что одна ошибка, ты упадешь, и все, и придется заново это все бежать, тут нет чекпоинтов. Так, давай, здесь аккуратненько. Так, здесь надо просто хотя бы остановиться, и сейчас я здесь, ну мне, ну ты что? А, я умер. Жесть. Я либо не долетаю, либо еще что-то. Что творит этот чувак? Давай, бери чекпоинт. Видел, Кирилл, видел. А тут как? Он надеялся пролететь. Тут отскоком надо, прикиньте. А там дальше вообще какими-то отскоками, какой-то такой тактикой нужно долететь до той бочки. Это же жесть. Ну почему я не долетаю? Что не так я делаю? Так.
Я у кого-то своровал. А как дальше? Воздушный пакет. Да это... как? Я прилетаю, пацаны, туда, но я падаю. Дальше я вообще не могу понять пока что, как там проехать, потому что это... Так. Так, давай хотя бы просто выживем. Давай. Слушай, я падаю на крышу, я умираю. Да, я тоже. А если мы на крышу, мы же все равно не залезем. Нет, с крыши можно. Вот именно как Олег сделал, я тоже почти залетел. Блин, надо было GTA-режим ставить. Я по лестнице поднялся, я бы забрал этот чекпоинт. А там дальше, я не знаю, пацаны, как. Тут вообще... Я взял! Я взял! Хорош. Да, я долетел. Вот сразу, да? Прям? Вот откуда, да, надо было. Ага. Олег, что там говорил? Что надо, справа проходить? Да, не, смотри, вот с правой стороны предпоследняя получается. Окей. Не, у меня, конечно, ребят, есть вообще такой план. Я не знаю, сработает он или нет, но... Ну-ка, если... ну-ка, если с этой стороны, например, разогнаться. Может быть, так хотя бы получится? Я не понимаю. Я просто... Ай-яй-яй-яй! А, блин, да как я просто врезался, ты забор. Жестко. Отлично. Так, ну-ка, окей, ну-ка. Сейчас. Варпачелло летит. Как долетают, чуваки? Я не понимаю. Не, стоп, реально долетает, что ли? Серьезно? Подожди. Ой-ой-ой. Ну слушай, тут 8 человек уже прошло. Не, офигеть. Это я понимаю, я просто походу понял тактику, как нужно проехать. Я сейчас, конечно, это испробую на себе. Вот, чтобы вам потом сказать, можно ли так будет делать или нет. Да. Ну ладно, как обычно, хардкор, пот, кровь, слезы и все тому подобное. Подожди, Олег, а как ты перелетал на крышу, которая вот... Там разгон бери, такой... разгон бери и... По прямой? Да. Окей, понял. Не, если, конечно, так получится, я вообще сейчас буду угорать, если так и нужно было ехать, как бы, это... Блин, я не знаю, как доехать до туда. Так. Но многие сейчас так и делают. А как тут перелететь-то это? Стоп, тут же такой забор. Блин, а как это сделать? Ой, он прошел. Я просто не могу. Ну-ка, может тут как-нибудь можно будет заехать? Ой, капец. Это бред, пацаны, дальше я не знаю, как ехать, реально. Я просто не понимаю, как это пройти. Олежа, ты главное нас дожди, сейчас профессионалы приедут. Ну давайте, пацаны, давайте. Да куда я поехал? Что я сделал? Я хотел разгон взять, что? Я не могу понять. Я просто не могу понять. О, жесть. Как пройти это? Да ладно. Мне интересно, долго ты походу это прошел, а как мне это проходит вообще? Жестко. Вот как это проходится-то, господи! Вот оно, значит, как! Ё-моё! Ты прошёл как-то? Да, там, блин, я понял. Так и надо было с самого начала делать. Слишком запутанные, на самом деле, ребята, у нас сегодня боурайды реально очень запутанные. Вот, так, все, погнали дальше, куда там ехать. Но я вижу, что чуваки там впереди еще потеют, поэтому, наверное, есть еще шанс, чтобы догнать кого-то, я не знаю. Я хотя бы 7 из 22, мне это уже душу греет. Вот тут-ка. Тут типа вот так вот нужно, как я понимаю, да? Умер. Или стоп. Я понял. Вот оно что. Сразу непонятно просто, ребят, реально. Слишком много запутанностей всяких вот таких вот. Так, ладно, здесь тогда берем разгончик. Под. Прям все, как мы тут любим. Так, ладно, не долетел. Значит, надо брать чекпоинт. Ой, не сюда. Перед чекпоинтом умер, ну блин. Ты, главное, возьми повыше и возьми чей-нибудь... Сука! Чё такое? Да я полз по крышам, сука, полз и перевернулся. Я знаю, кого это. Да, понял. Капец, обидно-то как, заговорился. Ой-ой-ой. А сейчас типа... Или нужно было обратно ехать, или тут просто так много сил запутанных... Да ну нахер. Я понял. Ага, вот тут теперь нужно разгон брать. Так, окей. Ладно, заново попробуем. Так, возьми. Да, взяли. Отлично. Все, найс. Так, идем к следующему, ребята, чекпоинту. Здорово, приземлились на 4 колеса и не упали, самое главное. Стоп. Как? Как просто, что здесь за... такое? Когда это проходил, Олег? Так, все, я самое главное взять чекпоинт, взял. Боже мой. Пацаны, я уже далеко уехал. Я, кстати, чуваков уже какие-то догнал. Тут, видимо, очень сложно что-то. Ого! Тут реально уже что-то такое прям сложное.
Слушай, если вот в начале было несложно, я боюсь представить, что там сложно. Да, это вообще жесть. Что там сложно вообще? О, все, взял чекпоинт, найс. А это как пройти? Вообще жесть. Сейчас будем пользоваться олеговской тактикой, ну точнее олеговскими советами, как проходить по-быстрому. Я постараюсь пацанам помочь, как смогу. Окей. Я пока прохожу эти гребаные крыши, я уже почти прошел. Так, отлично, взял этот чекпоинт. Так, теперь разворот в обратную сторону и понеслась. Так, третье место, еще могу побороться за призовое, как бы, скажем так, местечко. Так, может быть, даже еще попытаюсь догнать второго, но я не знаю, сколько всего чекпоинтов-то. А, скоро уже чё? Так, простите, но вот здесь, сука, страшно ехать. Блин, тут такие странные чекпоинты этого. Отлично, взял чекпоинт. И причем да, на большем количестве этих чекпоинтов ты просто навсего умираешь. Ты забираешь. Братан, а как на бочку залететь такой? На бочку, короче, ты просто летишь, ты должен от бочки так отскочить снизу, что, короче, должен залететь. Все, я понял. Ну как вот это вообще, как эти чекпоинты? А, я от бочки должен отлететь, Да. Я удивляюсь просто этим чекпоинтом, пацаны, я реально удивляюсь им. О, Догда, ну-ка. Жесть. Могу еще догнать. Я шестой, пока офигеть. Шестой. Окей, так, совет от Олега, надеюсь, будет действовать. Нихера, а тут что? Да ладно. А, там вообще... Лол, там в дырку нужно такую узкую залететь. Я еще каким-то образом расплющил Догду, хотя его даже не касался. Лол. Там просто в дырочку такую малюсенькую нужно попасть, что ты прям не сейчас... Саша Юльвир. Саша Юльвир, да. Давай, лети! Блин, там еще... Слушай, а как ты это сделал? Я не знаю, это у меня получилось. Жесть. Реально, ну не с первого раза. Там ты сверху слетал на бочку? Я брал разгон, короче, еле каким-то образом разгонялся. Пацаны, дальше впереди это жопа. Самый последний чекпоинт, это финиш, это жесть. Ты взял уже все? Нет. Давай, долети! Первое место! Найс! Фух, ребята, просто лайкусик, это было жестко! Так, ребята, новая гонка, скилл-тест Акума, версия 0.2, но я решил пойти против системы, я взялся Руфин, вот, поэтому я не знаю. Но я чувствую, что нас ожидает что-то очень-очень даже сложное. А где отсчет времени? Я надеюсь, что у нас... Как, чё, поехал? А чё это? А, нет, ты видишь, да? А он катается у меня спокойно. Чё за лаки, чё за бред? У меня как-то странно все передвигаются, все стоят. Так, у меня кто-то один поехал. Один поехал? Чего? Прям жестко. Чё такое, пацаны, что за херня? Жесть, и ещё один ещё поехал. О, всё, теперь я могу ехать. А я не могу. А я не могу. О, всё, поехал. А я? А меня? Жесть. Пацаны, убейте, пожалуйста. Я не могу ехать до сих пор, прикиньте. А, во, прогрузилось, всё, могу. Красота. Чё за лол? Так, опа, долетел. Долетел? Красавчик. Я тоже долетел. Блин! Я взял! Ой, а у меня не взялся! Я тоже не взял, я пролетел, но не взял. В смысле? Оп, все, взял, найс, отлично, вот теперь супер. Так, да, я взял чекпоинт, найс. Не, ну, мне кажется, впереди нас ребята ожидают еще. Это что за звук был такой? Подождите, вы слышали тоже, да? Да, это мой пердак. Ну да. Жесть. Это мой пердак. Ой. Так, блин, ах тут, а, тут надо просто, про... нет, просто тут жесть. Надо просто пропустить на самом деле, тогда, тут самое главное пропустить всех, чтобы все проехали, как бы и все, а не толкаться. Слушай, а дальше-то пипец, да, стоять, так, давай, погнали. О, отличненько, все, ох, ё-моё, пацаны, жесть, что за очередь, что такое? Так, минус просто, кто-то там упал уже. Вот это проходится вот так вот, оп. Так, Кирилл возглавляет наш отряд, просто, смотрите, едет первый, да? Да. Ну давайте, тут просто пробка. И сзади просто же, оп, еще минус один. Там чел всем факт показал, как бы, нормально. Стой, Дима, нет. Меня толкают, Олег. Блин, ой. Вот, пацаны, чувство, здесь мы застряли надолго. Тихо. Догда, зачем так? Ты это сделал? Тут лагает хорошо, что-то прошел. очень сильно лагает, пацаны, из-за этого, короче, это, лаги такие, вот, все толкаются, что-то типа того. Упал. Так, кто где там проходит? Догда дальше прошел. Конечно, меня столкнули, все, можно дальше проходить. Я тут был замыкающим, эй.
Так, давай, давай, ну ехайте, ехайте, Кирилл, давай, вижу тебя, так, да, ты... Да, блин, да, зачем да. толкаться, ну, пацаны? Да, я тоже не понимаю, зачем толкаться? Ладно, там в начале где-нибудь всех растолкнуть, но не потом уж точно. Ну кто-то, ну зачем толкаетесь-то, блин, ну реально бомбит прям. Не могу, не могу, не могу так просто. Так, я понял, как разворачивать. Так, это что, что это? Ни хрена меня подкинуло. Это жесть. Так, слушай, вот такие карты мне легче продаются, чем вот эти всякие трюки и тому подобное. Легче, да? Ты еще до самого конца не доехал, поэтому ты погоди. Там, мне кажется... Посмотри, а, вы проехали? До самого финиша я имел в виду. Не, я еще в самом начале, потому что все толкаются, мне это очень жутко как раздражает, реально. Еще все бибикают, что-то там мелодия у них такая траурная играет, блин, жесть. Да-да-да. Слушай, а тут как? А, тут сеточка мелкая. Так не толкайтесь! Я лучше газону. Ну зачем? Отлично. Зачем толкать? Я пятый вообще еду, как так? Нифига себе. Блин, ну как вот так вообще заезжаете туда сюда, ребят? У меня не получается, как-то слишком сложненько даже. Ты смотри, там надо назад-вперед держать и мышкой управлять лево-право в некоторых моментах. А, вот оно как. Да. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А куда они там прошли уже? Я их даже не вижу, прикинь. А так далеко. Но гонка тут недолго, на самом деле, по маршруту, по расстоянию, да? Ну да. Да куда ты прешь? Ты видишь, что я там... Ясно, понятно. Просто я все понял. Ну зачем? Прям намеренно со всей скорости врезаются. Вот да, реально раздражают. Нафига такое делать? Ну не видно, что нельзя пропустить, что ли, а? Оп-оп, а здесь-то как? А, здесь вот так. Вот, отлично, пошло, поехало дело, нормальненько. Так. Так, ребята, я там уже где-то далеко. Чел, да, давай, отлично. Проходи. Я прохожу, пока чел, получается. Чел, ну давай, ну, думай. Так. Там дальше, кстати, не сильно сложно. Да? Да. Так, ладно, давай. Давай, вот тут самое главное, давай, чел, пока нас не столкнули отсюда. Чуть-чуть. Так, Бойн, давай. Так, хоп. Блин. Очень аккуратно, просто очень аккуратно. Малейшая ошибочка. Тихо. Последняя осталась, нет! Дай, прошел. Сука, последняя тележечка. Давай, Бойн, флэш, Бойн, давай, ты же флэш. Так, вот тут. Фух, заехал, фух. Так, чекпоинт, быстро разгоняемся и берем. Здорово. Так, взял. Фух, отлично. Так, вы где там? Я проехал. Ой, куда поехал? Не туда поехал немножко, маленечко не туда поехал. Да что такое? Лол. Чё? Как так? Эти сраные тележки, это же изи. Почему не получается пройти? Отлично. Так. Блин, а как по бочкам там этим проехать? Они, я сразу за них взлетаю, там зеленая такая бочка, и у меня сразу мотоцикл соскальзывает с нее. В принципе, я сбоку проезжал справа. Сбоку, да, справа? Я вот думаю, может, как-нибудь просто поаккуратненькому вот так и вот. И просто последнее. Почему ты меня с этих, блин, о, сразу? Отлично, отлично, самое главное, взял чекпоинт. Все, отлично. Протиснулись чуть дальше. Отлично. Здорово. Так, все, я вот здесь тоже прошел. А здесь типа... Ой, чуть-чуть! Ой, скорости хотел, чуть-чуть! Нет. Чуть-чуть не хватило, чтобы взять этот чекпоинт. Так. Жесть. Ой, котички! Давай, давай! Да! Да! Взял чекпоинт, отличненько, взял чекпоинт, найс, найс. А чё за телеги? А чё за телеги, пацаны? Я в первый раз их вижу. Телеги норм. Так. А, они ещё и ломаются, или что это, подожди? Или мне кажется? Не, они вроде... Да что? Да ладно! Блин, я застрял! Найс, отлично! Я просто застрял, воу, как так? Эй, Никро, спасибо! Давай. Ой, жесть! Во. Слушай, я не понимаю, как здесь пройти? О, давай! Ох, нормально, вообще! Так, тут я какие-то падаю. Сеточки пошли, какие-то сетки поехали у нас. Ух, тут... Взял, отлично! Слушай, все, я прошел, отлично, хорошо, молчу. Блин, а как ты проехал по этому? По сеткам просто на разгоне. Нет, дальше сеток идут, знаешь, такие места для посадок людей. Подстава, сука. Там, где, типа, люди сидят, ну, такие, знаешь, типа, на трибуну. А, во. А, так, ну, серьезно, чуть-чуть не хватило, там пукнуть можно было и проехал бы, реально. Не вижу финиша, где финиш? Эй. Так. Патимейкер. Ух.
Вижу фильм. Да, это что такое? Чуть-чуть, капец, не хватает. Тут, может быть, надо типа с ускорением прям до самого... Давай, чуть-чуть, ну давай! Есть, я финишировал четвертый, хорошо. Это было тяжело, ёпта. Давай, ну застрял я снова тут! Как же бомбит, бомбит, начинает пригорать немножко. Не, тут нужно определенно брать разгон. Димон, ух, нифига, ты так уже близко подъехал. Так я на этих, да, на решеточке. Да чуваки, чё ж вы тут все прилегли-то, а? Вот. Да, Кирилл, как ты тут проехал? Опа. Я смотрю, переключается камера за тебя, сейчас скажу. Ой, жесть. А, не, Олег, здесь надо назад отъехать и разгон набрать. А я пробовал так, у меня не получалось. Я раза с десятого, наверное, да? получилось. Да? Ну, прям смотри. Подальше, как можно дальше, короче, и просто держишь Ctrl и разгоняешься. И вот с левой стороны где-нибудь ближе, да. А, не, у тебя, слушай, у тебя не такая мощная тачка. Ой, тачка? Это, а у тебя что за мотик был? Хакуочи. Ну, я вообще не мог стоять, я падал сразу с лесенка. О, это ты? Почти. Да, блин, почти получилось. Да как же так? Так. Блин, ладно. Иногда получается, а что-то, блин, вот это самое сложное. Я вот на разгоне делал. Ну, тут прям вообще что-то застряли мы, что-то как-то вообще... Там дальше проще будет. Погнали. О, давай, все, да, все, на, так, труба. Изи. Вот здесь, здесь посередине это, да, красавчик. Так, а где? Правее, держи Ctrl так. И правее веди. Вот, еще правее. А, во, вижу. Да, вот поздно заметил, нифига, как еще на тачку чуть ли не приземлился, но я видел, да, где? Ай-яй. Финиш там был, да, видно было его. Так, значит, надо как-то, во. Так. Все, сейчас четко. Нет. Ой, не могу. Да это было то. Я прям на него упал! Смотри, я прям в нем валяюсь. Ну да, почему? Прям в четко все. Мой труп, он финишировал. Какого фига я не взял чекпоинт? Ну как? Некоторые ребята прям на старте как еще. Так? Просто какого хера так вообще не получается-то, а? Вот сейчас. Вот сейчас, вот. Четенько, перелетел? Да как, да, просто перелетел, так это что за приколы такие начинаются, а? Что за фигня такая понеслась? Ну-ка, может разгон? Так, а где нас овер? Так, а я вот диалект тогда не мог пройти долго, я тоже там. Сейчас посмотрим. Так, я не могу понять! Просто не могу понять, что такое. Так, нормально. Почти. Кирилл, что я не так делаю? Что я не так делаю? Сейчас посмотрим. Да, ты до сих пор еще на финиш попасть не можешь. У тебя почти получилось. Ну-ка, давай. А, вот если так лететь. Во, Не, Ctrl надо. Вот сейчас точно. Давай! Да, наконец-то. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша серия сегодняшняя по GTA 5 онлайн подходит к концу. Вот. Ну а с вами были, как всегда, Хофи, Овер и Варпач. Ребятки, не забывайте подписываться на наши каналы, ставить лайки и оставлять, конечно же, положительный комментарий. Вот. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Всем пока-пока. Всем удачи, всем пока, друзья. Всем пока, ребят.